Ребята, всем привет! Я мама Маша, а это мои малышки Лулу, Биби и Мими. Сегодня я буду готовить что-нибудь вкусненькое для моих крошек. Девочки, что вы хотите на обед? Мы не знаем, мама, приготовь для нас что-нибудь такое, чего мы никогда еще не пробовали. Вот это задачка. По-моему, вы у меня все перепробовали. О, я вспомнила, у меня есть одна идея. Сидите здесь, а я пошла на кухню. Буду лепить для вас вареники. Вареники? Ты знаешь, что это такое? Не знаю. Ничего, девочки, скоро узнаем. Ребята, а вы знаете, что такое вареники? Если нет, то сейчас я вам покажу. Давайте их слепим вместе. Нам понадобится кусочек теста, овощи и фрукты для начинки, скалочка, формочка, ну и посуда, конечно. Вначале займемся приготовлением начинки. Я сделаю начинку трех видов. Из банана, из помидора и из зеленого горошка. Потушим бананчик. Банановая начинка готова. Теперь потушим помидорчик. Начинка из помидора тоже готова. Теперь осталось припустить зеленый горошек. Смотрите, как быстро получилось! Я скатала маленькие шарики из нашей начинки. Переложим их в тарелочку и уберем в сторону. А теперь займемся тестом. Раскатаем его в тонкий блин при помощи вот этой скалки. Теперь возьмем вот такую формочку и вырежем кружочки. Если у вас нет формочки, можно использовать стаканчик. И еще много кружочков. Посмотрим, сколько у нас получится. Итак, у меня вышло 6 штучек. Можно сделать еще, если хотите. Для этого нужно взять оставшееся тесто, раскатать и вырезать кружочки. Но я этого делать не буду. Мои девочки очень голодные. Мне нужно скорее слепить вареники, сварить их и покормить своих малышек. Положу в центр каждого кружочка начинку. У меня получится 2 вареника с начинкой из помидора, 2 вареника с начинкой из банана и еще 2 вареника с начинкой из горошка. Теперь вот так возьмем наше тесто с начинкой и аккуратно соединим края. Будем их защипывать и чуть-чуть подворачивать. У нас получится косичка. Ну вот, один вареник готов. Таким же образом слепим и другие вареники. Теперь поставим на плиту кастрюльку, нальем в нее воды и закипятим. Ой, как быстро она нагрелась. Давайте бросим в нашу кастрюлю вареники. Кстати, нужно не забыть посолить. Мамочка, вареники уже готовы? Готовы, готовы. Вот ваши тарелочки. 2 вареника для Лулу, 2 для Мими и 2 для Биби. Ням-ням-ням! Какие же вкусные эти вареники! Я готова есть их каждый день. Кстати, мне попался с помидоркой. А мне с горошком. А мне с бананчиком. Ребята, а вы любите вареники? Если да, то с какими начинками? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем пока!